Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Здравствуйте! В эфире программа «Дело особой важности». Мы рассказываем о простых людях, которые, столкнувшись с юридической несправедливостью, не сдались, пошли до конца и во многих случаях победили. В подобной ситуации может оказаться любой казахстанец, и мы хотим показать, как важно никогда не опускать руки и добиваться справедливости, даже если для этого нужно будет пройти все судебные инстанции. Сегодня в программе «За рулем под шофе» – громкое уголовное дело с участием экс-зама Кима Ридера. «Казнить или помиловать? Как влияет на приговор высокая должность подсудимого?» «Почему потерпевшие простили обвиняемого?» «Прокурор опирается на закон, потерпевший – на человечность. Какое решение принял суд?» На этих кадрах за рулем автомобиля, выехавшего навстречу, бывший зам акима города Ридера Восточно-Казахстанской области. В апреле 2018-го Боржан Курманбаев сел за руль в нетрезвом виде. Резкие маневры привлекли внимание сотрудников дорожной полиции. Вы думаете, что если он как бы крутой чиновник, то наоборот ему должно быть снисхождение, да? На практике, я понял, у него есть больше возможностей разрулить, да, там будем говорить с судьей. Но, конечно, это ни в коем случае не должно вот в таком виде, ну, приниматься, да? Многое зависит от нас, общества, многое зависит от телевидения, средств массовой информации. Но мне кажется, государство сейчас уже сориентировалось и уже... Понимаете, иногда вот бывали за мелкие преступления там больше поднимали. Сейчас мы видим, и чиновников любого уровня сажают, и ничего их не спасает. Ушло развитие социальных сетей, интернета привело к тому, что социальные сети будоражат. Да, и везде, вот, в министерствах, ведомствах мониторят социальные сети, и через них сейчас вот эти преступления могут раскрываться. Он прекрасно знает о мерах ответственности, да? Он прекрасно знает, что могут. Но ему кажется, что и кого-то посадили, а его это может избежать, он этого, понимаете, пронесет его. Вот такая природа человеческая, что других может коснуться его. Вот это первый обман. Однако погоня продлилась недолго. На повороте пьяный чиновник превысил скорость и не справился с управлением. Внедорожник выехал на обочину проезжей части, сбив пешеходов, парня с девушкой. От полученных ранений молодой человек скончался на месте. Ну, не должно такого быть, да? И госслужащие должны нести серьезную ответственность за это. Одно дело, обычно там гражданин сел, какой-нибудь студент там неразумный, да? Выпил и сел за руль. И другое дело, ответственный государственный служащий из какой-нибудь там категории А, Б, да? Или политический. Вот, ну, и извините, да, к вам, да, должно быть, наверное, как-то посерьезнее, да, относиться законодательство. Поскольку и если вдруг его что-то, да, в отношении него что-то будет, как, знаете, там, оскорбить одного простого человека или оскорбить там полицейского, да, при исполнении или судью, да, серьезно же разница. Вот так и здесь, да. Вы знаете, вот это изменение ситуации в законодательстве и в общественном сознании, через средства массовой информации, да, люди друг друга передают, да, оно изменяется. Сейчас простой пример. Сергеев боятся. Сергей, который стоит уже на каждом, он дисциплинирует, штрафы приходят, да? А тут уже уголовно ответственно за то, что ты совершаешь. Нельзя садиться за руль в пьяном состоянии. Все. Это уже, когда человек подумает, что он из-за какой-то выпив вот этого там, да, алкоголя, лишится, лучше он бросит автомобиль где-то, где если он выпил, да, и поедет на автобусе, на там, да, где там такси поймал. Проведенная позже экспертиза показала, что смерть 18-летнего парня наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы и перелома костей правой голени. Виновнику смертельного ДТП было предъявлено обвинение. Из Уголовного кодекса Республики Казахстан в редакции 2018 года. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Все должны отвечать в равной мере за все совершаемые преступления. Поэтому этот пример-то я привожу, что простой гражданин дал взятку, его посадят, да? Да. А иногда вот чиновник высокого уровня, это скандал, мы слышим, в Алматинской области, да? Миллионы долларов взятка, его отпускает прокуратура. Это вообще непонимание, это вообще вызывает негодование общества, у юристов, юридической общественности, да и вообще в целом является большим раздражителем. Одних вот я всегда привожу пример, даже по взяткам элементарно, полицейским, ну, к примеру, полицейского или там налоговика за взятку 8 тысяч тенге сажает на 8 лет. А за взятками в миллионы долларов, да, отпускают. Вот это ищут принципы двойных стандартов, это сохраняется. Поэтому проблемы в обществе о справедливости, неотвратимости и вот такой общественной значимости, оно остается. 28 июня 2018 года дело рассматривал Риддерский городской суд Восточно-Казахстанской области. Бауржан в полном объеме признал свою вину, отметив, что действительно сел за руль после употребления спиртного. Просил прощения у семьи потерпевшего, которой он уже возместил материальный ущерб и моральный вред. В судебном заседании картина происшествия была восстановлена до мелочей, в том числе благодаря записям камеры видеорегистратора. Ее владелец, находившийся в момент ДТП поблизости, через социальные сети узнал о том, что отец потерпевшего ищет случайных очевидцев трагедии, и сам передал ему видеозапись. Также в распоряжении суда были протоколы осмотра места происшествия и автомобиля, схема дорожно-транспортного происшествия, заключение медицинского освидетельствования водителя, выводы автотехнической и трассологической экспертиз и другие неоспоримые доказательства. То, что подсудимый нарушил целый ряд пунктов правил дорожного движения, суду долго разбираться не пришлось. Более того, служители Фемиды отметили, Курманбаев пренебрег морально-этическим кодексом государственного служащего. Казалось, экс-замаки Маридера ждет суровое наказание, но с учетом искреннего раскаяния и примирения сторон, его приговорили к 1 году тюрьмы с лишением водительских прав сроком на 5 лет. Наверное, нет, несправедливо, потому что, знаете, всегда же, да, отягчающие, смягчающие обстоятельства вот в данной ситуации. То есть, вот, ну, не знаю, вспомните там случай с Жовтисом, да, 4 года человек получил. Какие нарушения правил дорожного движения он допустил? Полностью трезвый, скорость соответствует. Короче, нет нарушений правил дорожного движения, фактически, да. Там единственное, что смогли, будем говорить, высосать из пальца, это заключение экспертизы о том, что он все-таки имел техническую возможность предотвратить это дорожно-транспортное происшествие. Будем говорить, по сравнению с тем, что совершил этот чиновник, это такая мелочь. Я понимаю, да, здесь, наверное, это очень серьезное все-таки смягчающее обстоятельство у этого чиновника, в том числе, что он смог договориться с потерпевшими, да, смог выплатить все, что необходимо. И тем самым потерпевшие пришли и сказали в суде, что да, мы его как бы, ну там, прощаем. А вы знаете, вот это наказание было очень мягким, потому что у нас четко есть принципы в уголовном праве, которые по Конституции, они гласят однозначно, что наказание должно быть неотвратимым, справедливым и соразмерным. В данном случае, когда наказывают человека, такое условие фактически, да, за смерть человека дают столь малое наказание, это, конечно, несоразмерное. Поэтому вот эти все вопросы уже возникали, что надо было увеличить ответственность за состояние алкогольного опьянения, да, за наезды на людей, повлекшие разные, средний, тяжелый и смерти человека. Они очень усилены. Поэтому сейчас в Уголовном кодексе, который вот вступил в этом году, в 2020 году, с января, с 11 января, четко, даже с моей точки зрения, чрезмерно суровые виды наказания. Средние тяжести на неусонное, да, состояние легкого алкогольного опьянения уже на 10 лет лишается прав. На 10 лет. С точки зрения экспертов, это слишком суровые наказания. Вынесенный судом первой инстанции приговор не устроил всех участников этого громкого дела. Адвокат осужденного обратился с апелляционной жалобой, в которой просил назначить своему подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы. На этом настаивал и отец потерпевшего. А прокуратура города, напротив, подала ходатайство, в котором указывала, что судом назначено чрезмерно мягкое наказание, несоразмерное тяжести совершенного преступления. В связи с чем прокурор просил суд изменить приговор, назначив Бауржану Курманбаеву наказание в виде 5 лет лишения свободы.
конституционный принцип. Все равны перед законом, да, и судом. Поэтому, в принципе, это не должно играть никакую роль. Все в равной степени, да, несут ответственность. Поэтому, и тем более еще, наверное, да, прямо это, конечно, не написано в Уголовном кодексе как отягчающее, да, что он госслужащий. Хотя там написано, если человек дает клятву, да, там какую-то. То есть вот госслужащие же тоже, да, они согласно кодексу этики там, да, вот это вот все присяги там. Все получается тоже отягчающее. Да? У нас даже за неосторожное убийство привлекали к ответственности 3 годам лишения свободы. Даже за неосторожное убийство, понимаете, да? А тут он в состоянии отягчающем, между прочим, признак есть, да, у нас состояние алкогольно-наркотического, токсикологического. Это все считается отягчающим. Это иногда даже вызывает вопрос, почему госслужащим дают иногда меньше наказания, да, чем, допустим, простым гражданам. Ну, это же бред какой-то. Все граждане равны перед законом и судом. Это статья 14 Конституции. Поэтому, наоборот, при вынесении этих решений нельзя учитывать следственным органам или там правоохранительным органам и другим. Все должны отвечать в равной мере за все совершаемые преступления. Поэтому этот пример-то я привожу. В августе 2018 года изучить детали резонансного дела предстояло коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда. Коллегия отметила, что квалификация действий осужденного сторонами по делу не оспаривается. При этом в силу статьи 39 Уголовного кодекса наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений. Оценивая аргументы защиты, коллегия напомнила, что осужденный, будучи государственным служащим, не мог не знать о необходимости строго соблюдать закон. И хотя он предпринял все меры по заглаживанию причиненного вреда, наказание в виде реального лишения свободы является справедливым и обоснованным. Точно так же коллегия посчитала, что нет оснований для назначения осужденному более строгого наказания. Таким образом, приговор был оставлен в силе, и данное постановление обжалованию уже не подлежало. На мой взгляд, были основания для того, чтобы утяжелить или усилить эту ответственность. Да? Просто, видимо, коллегия областного суда слукавила, да? То есть не захотела серьезному чиновнику. И вот этот вот, будем лог говорить, до 5 лет, да, вот по тому законодательству, до 5 лет лишения свободы, и судьи выбрали фактически минимум, да, год. Ну почему так? Да, почему минимум за вот такой букет нарушений? Да? Ну хотя бы серединку дали, да, а по мне так должно за серединку переваливать обязательно, да. То есть 3, 4, 5 лет. Вот в этом где-то пределе суд должен был выбирать там, да, для себя там как-то высчитывать вот эту вот справедливую, да, величину наказания. Но никак не 1 год. Вы знаете, вот. Я вот при всем уважении к Восточно-Казахстанскому областному суду, я не согласен с этим приговором, понимаете? Потому что оно не соответствует основным принципам уголовного законодательства, понимаете? Неотвратимости и справедливости. Но это несправедливо, когда дают такое легкое наказание, да, за столь суровое преступление. И умер человеку, ну, сбил, убил человека, да, и такое легкое наказание, тогда никто не поддержит это. Поэтому апелляционная коллегия, с моей точки зрения, частной точки зрения, должна была более ответственно подойти к этому решению, да, и более принципиально. Какие уроки можно извлечь из этой истории? Во-первых, нужно сразу отметить, что в декабре прошлого года Уголовный кодекс был дополнен статьей, согласно которой нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, если оно повлекло за собой смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. Мы очень надеемся, что ужесточение ответственности сделает ситуацию на казахстанских дорогах безопаснее. Во-вторых, не лишним будет еще раз повторить важную правовую позицию наших судов. Занятие обвиняемым высокой государственной должности нужно рассматривать как фактор, отягчающий ответственность, поскольку общество вправе требовать от государственных служащих особой законопослушности. Только так они будут пользоваться нашим доверием. Но и главное, не нужно мириться с несправедливостью, ведь шанс выйти победителем из сложной юридической ситуации есть всегда. Это была программа «Дело особой важности». Смотрите нас на канале «Хабар-24» и будьте в курсе самых сложных и самых резонансных дел казахстанской судебной практики.